как к проекту именно нахождения консенсуса в этом новом, как я уже заметил, достаточно жестком мире. И наш проект связан именно с этим. Ольга, о нем чуть подробнее расскажет. Да, но этот проект развития, на самом деле, он представляет собой некое пространство для конструирования идентичности. Возможно, это будет площадка, которая будет представлена и в реальном, и в виртуальном пространстве, которая будет предполагать обучение человека любого возраста, состоящий из нескольких этапов. Диагностика, затем мы уходим в консультирование или коучинг по созданию того, что необходимо. Мы понимаем, что здесь миграция, предположим, играет огромную роль. Если человеку нужно, например, переезжать в другую страну, ему необходимо понять, как жить и взаимодействовать с людьми в этой стране, соответственно, он попадает в специальное виртуальное придуманное пространство, которое будет его погружать или в культурную, или в гендерную идентичность, и он будет, в частности, участником этого процесса, потому что идентичность — это всегда некое присвоение. Ценности — это укоренение человека через деятельность, да, в его убеждениях, в отождествлении себя с этим миром. Все?